Парни, всем привет! Сейчас я замоторю все свои камеры. А сегодня необычный обзор. Я решил достать свой старенький модуль синтезаторный. Это Korb Electribe EMX1. На самом деле я его купил 19 лет назад или 20. В общем, я его купил в 2006 или в 2007 году. Тогда в юности у нас была группа электронной музыки, мы выступали по клубам, по московским. Вот, но правда все это было как в прошлой жизни, если честно. Сейчас я уже не помню, как все это было. Но дело все в том, что я решил рассказать немножко об электронных модулях, сделал такой небольшой обзорчик. Может быть, полноценный обзор я о нем сделаю попозже, именно об этом модуле. Наверное, большинство моих подписчиков не в теме этого совсем, потому что я обычно рассказываю о видеокамерах, о видеотракте. Да, сегодня поговорю немножко, сейчас выпущу такую серию видео немножко о звуке, да, сочинении звука. Скажем так, я бы не сказал, что на этих модулях прям вот можно сочинять музыку полноценно. Скорее всего, это какая-то типа компиляция или что-то. Ну, в принципе, да, можно тут по нотам, по клавишам все вбить, изначально их придумать, но я ее купил в 2007 году. То есть это сколько лет прошло? 7 лет, 17 лет, да? Нет, 7... или 19 лет. Ну, в общем, это очень много лет прошло. Очень крутая штука. Это как бы такой грувбокс. Да? На самом деле, грувбокс — это патентованное название компании Roland. Грувбокс у меня есть. Вот он здесь есть, 909 у меня. Ну, хотя мы играли на 505 всю юность в грувбоксе. А самый первый грувбокс был у Roland 303, насколько я помню. А у Korg'а своя линейка пошла, типа грувбоксов, но они их назвали трайбами, электрайбами. У них были сначала маленькие трайбы, сейчас электрайбы. Чтобы вообще вот, просто люди, я уверен, что большинство моих подписчиков вообще не в курсе, что это такое. Просто в двух словах, это вот как, знаете, для музыкантов есть драм-машины, да, и потом они стали совершенствоваться, да, и вот это, по сути, как бы, здесь уже больше, чем драм-машина. То есть здесь уже не только можно ритм задавать, а создавать целый грув, грув-секцию. То есть уже и бас, и какие-то аранжировочные, и мотивы, и все остальное. То есть все делать. Он достаточно старая модель. Сейчас уже 2021 год, и Korg'а уже давно обновил эту линейку. У них есть электрайбы новые. Они такие черные, совсем другой аппарат. Так же, как и грувбоксы у Roland, у них тоже вышел новый грувбокс, MS-707. Вот, о них я ничего не могу сказать, потому что всю свою юность я играл вот именно на вот таких вот этих штуках, да. Седьмой год, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 14 лет, да, вот 14 лет ему. Когда-нибудь, ребят, я запилю полноценный обзор этой штуки, потому что штука достаточно уже становится раритетная, она ни в коем случае не теряет в цене. Вообще, кстати, все синтезаторные модули, они не теряют в цене. А если, скажем, то, что они уже давно уже не вот такие, эта модель уже не выпускается, а если эта модель, скажем, был какой-то культовый звук и что-то, и она применялась каким-то крутым музыкантом, то она вообще становится легендарной. Поэтому, скажем, коллекционирование синтезаторов — это вообще отдельная тема, я, может, ее как-нибудь коснусь потом. Я немножко хочу на нем поиграть вам. Я, наверное, выпущу такие короткие видео. Я когда-то в свое время забивал сюда ноты своих любимых групп, песен своих любимых групп, там Depeche Mode, еще какие-то мелодии. Чем вот классны эти штуки, что, в принципе, здесь не обязательно быть вот настоящим музыкантом, да, ну, что я подразумеваю под словом музыкант, это человек, который виртуозно играет на каком-то там инструменте, там, на гитаре или на балалайке, или на фортепиано. Здесь, в принципе, чтобы, скажем, не сочинять, а создавать какие-то музыки, какие-то, компилировать какие-то треки, даже, может быть, лучше быть инженером, да, чем музыкантом. Ну, достаточно, конечно, хорошо знать, конечно, какую-то музыкальную грамотность, там, сольфеджи, да, строение гамм, строение тональности, это, конечно, лучше знать, тогда ваша музыка просто будет более интересна. Но если вообще, в музыке ничего не понимаете, в принципе, купив такую штуку, поиграться с ней тоже будет прикольно, потому что здесь уже даже есть, скажем, какие-то готовые треки,
крутых диджеев, да, их тоже -то можно там включать, видоизменять. Давайте вот я сейчас включу на запись, да. Ну вот, предположим, сейчас поищем какой-нибудь там трек. Господи. Drum and bass, вот фанк, да? Нет, это фанк. Это, по-моему, я что-то уже изменил. Этот я тоже изменял. Сейчас какой-нибудь найдем drum and bass, да, здесь вот. По-моему, это я тоже изменял сейчас. IDM, электро. А, ну вот электро, скажем, это... Это электро, вот, которое здесь уже было. То есть, можно как угодно его компоновать, компилировать. Это типа работа коутов, резонаторов. Арпеджиатор, да, здесь есть встроенный. То есть можно вот так вот делать. Прям видоизменять. Ему тоже можно задавать тональности, чтобы он играл как вам угодно. В принципе, вообще на этой штуке, если проноровиться, можно музыку создавать там какой-то там, ну, за несколько секунд. Есть, кстати, на Ютубе очень много видео, где люди прям втыкают и начинают прям там ударные, бас, бочки вбивают, бас, и прям вот на создается там какой-то электронный танцевальный трек, создается там за несколько минут. То есть здесь все для этого сделано, чтобы прям вот вы руками все это создали. Мне, конечно, сейчас вот скажут люди, что да ты что, чувак, нафига это прошлый век, зачем это все нужны эти модули, есть же Fruity Loops, да, есть такая программа Fruity Loops. Я, кстати, тоже на ней играл еще давно, самый первый Fruity Loops, когда там в 2007 году, в юности. Но все треки, я вот сразу скажу, что все треки, которые я играл на Fruity Loops, они все пропали, все исчезли, потому что там компьютер сломался, там завис, поймал вирус. А вот и все. И нет того, что вы в юности насочиняли. Вот, пожалуйста. А вот в этой штуке хранится вся моя юность. То есть, вот все, что я там делал, оно все сохранил. Это реально, вот хотя бы даже это уже охрененный плюс. И, конечно же, вот культовый звук Корга, или если мы говорим об электрайбах, это культовый звук Корга, или же, если мы говорим о Роланд, это грувбоксы, у них само звучание самого инструмента, оно, вы никогда его не сделаете на Fruity Loops. Это, здесь еще, смотрите, здесь еще такая фишка, лампы сделаны. Вот смотрите, если мы включаем, как они работают, сейчас вот, это типа лимитов, да, нет, это типа максимайзер такой, да. Типа он делает такие жирные-жирные кирпичи. Давайте сейчас включим какой-нибудь бас, включим. Так, вот сейчас я его отключу. Вот это без ламп, да, то есть вот этот вот Turbo Gain, он увеличивает, именно подает на усилитель ламповый звук. Я, соответственно, сейчас я его на максимум сделаю. Такая штука. И, соответственно, можно еще посмотреть, да, пример. Давайте я немножко поиграю на нем. Вот так вот поставлю. Стоп. Вот это надо. Вот коутов. Он так прикольно иногда свистит, что просто пипец.
Ребят, вот в этом, да, в Electribe EMX1, в нем какая логика? Почему вот этот аппарат, вот у него звучание, ребят, очень современное у этого аппарата. Оно пережило вообще годы. В отличие, скажем, от тех же грувбоксов, да, там 505 или 303, там звучание устарело. А здесь нет. Здесь Korg сделал ставку на псевдоаналоговые звуки, да. То есть он вбил свои вот эти старые аналоговые синтезаторы. По сути, здесь вот эти все пять дорожек, это типа имитация аналоговых синтезаторов. И они все монофоничны. То есть, грубо говоря, вот я вот если жму до, да, я вторую кнопку не могу нажать. То есть она автоматически пережимается. Видишь, то есть это, ну, он монофоничный. То есть это имитация старых аналоговых синтезаторов. Здесь, по сути, есть все огибающие, все на свете. То есть он, в принципе, когда я его купил в 2007 году, да, я как бы вырос на музыке Depeche Mode. И для меня был шок. Я вообще не знал, что с этим аппаратом делать, как на нем играть. Потому что я привык, что как бы я делать слои на скрипках, там, да, там вот эти всякие там на несколько там на септаккордах, все это. Но здесь я столкнулся с тем, что это все очень сложно и практически невозможно сделать. Здесь, конечно, можно программировать аккорды, вот есть к черт, но это все, честно говоря, не такое. Оно не очень все. Я этим пользовался только один раз и не особо удачно. На самом деле, я привык к тому, что, скажем, какие-то у Depeche Mode очень сложные аранжировки, там, особенно в ранних альбомах, у них там есть там несколько партий баса, еще какие-то аранжировочные мотивчики, наводочки, соло-мотивчики. Этот аппарат не для этого, ребят. Здесь вот Korg сделал ставку именно на аналоговый жирный звук, на какие-то простые аранжировки. Но в итоге-то, кстати, он и выстрелил, потому что вся современная электронная музыка, она в итоге вся пришла к этому, да. Даже тот же самый Depeche Mode, если все последние альбомы Depeche Mode слушать, там в аранжировках, по сути, три партии. Там партия баса, партия какой-то заполняющей квакалки электронной. И какой-то соло-мотив, да, скажем так, или какой-то соло-риф, какой-то синтезаторный риф, все, три партии. И здесь, по сути, то же самое. Вот берете три дорожки, какие-нибудь там делаете какой-нибудь жирный звук осциллятором, его накручиваете. Как-то так вот сейчас что-нибудь мы накрутим. Какой-нибудь waveform, да, там трип. Вот. Сейчас попробую что-нибудь накрутить. Или какой-нибудь ring mode. Вот, и здесь все, всякие биения, частоту, все. И вот сейчас попробую какой-нибудь жир тут сделать. А, чтобы жир сделать, надо, наверное, синт. А, вот. Синт-саб. Модуляция. Так, давай. Тоже тут задаются всякие. Господи, нет, это кошмар. Нет, иногда, вот честно говоря, мне кажется. Ребята, иногда мне кажется, что этот аппарат придумал какой-то злой человек или это человек, который вот сейчас я просто всех порву. То есть вот, какой-то иногда такой злой, но звук у него такой, скажем так, яркий, да. Иногда я его там как-то там дилеем и всем пытаюсь как-то застопить, но иногда он просто вот прям вот звучит ого-го как. Ладно, я поиграю пару треков. Наверное, ребят, полноценный обзор этого аппарата я сделаю попозже всех функций. Хотя наверняка он есть на YouTube, я не смотрел. Если нет, то обязательно сделаю. Сейчас я просто поиграю музыку немножко. Так, давай, короче, так. Где у меня everything counts? Где у меня everything counts? Это что такое? Это уже было. А, где-то здесь.
это Everything Counts, Depeche Mode. Thank you.
Это был уже здесь. Это такой-то транс какого-то диджея.